Я люблю чистый город. Акция под этим названием стартовала в Ярославле. Инициатором и главным организатором стал департамент городского хозяйства мэрии. Присоединиться к движению нетрудно. Для этого достаточно разместить специальную эко-наклейку на своем автомобиле, велосипеде или мобильном телефоне. Наклейки бесплатные. Их можно найти на стендах для посетителей на первых этажах зданий мэрии и департамента городского хозяйства. На данный момент в акции приняли участие более 1000 горожан. Наша акция как раз и направлена на объединение людей, которые хотят и могут своим примером показать, что жить в чистоте – это просто. Нужно просто не мусорить. Можно сказать, Ярославль, буква Я, чистый город. И кто разместит эти наклейки, тот внесет личный вклад в чистоту города и сохранение окружающей среды. Присоединяйтесь к нашему проекту, и вместе мы сделаем город чище и лучше.